Բարև ձեզ, իմ սիրելի բարեկամներ, ձեզ հետ Prince of Armenia-ն է և մենք շարունակում ենք խաղալ Assassin's Creed 3 խաղը։ Ուրեմն մոտենում ենք Խեյտենին, քանի որ Խեյտենի հետ ենք անելու բոլոր առաջադրանքները, այսօր նավատորմային առաջադրանք է, այսօր նավով ենք ամեն ինչ անելու։ Մետ screenshot, այս ինչ սխմեց ես։ Եվ գնում ենք դեպի Ակվիլան։ Կարբիան ծովեր, շատ հիանալի է, ծիկի, գեղեցիկ է, չէ, Կարբիան ծովեր, ես էլ մեր հսկան, ես էլ մեր Ակվիլան։ Уже курс не тот. Чёрч опережает нас на несколько дней. Зря вы в него не верите. Он ни разу половину! Ну так и планка была невысока, верно? Стоять! По сигналу! Мы ближе, чем ты думаешь, отец. Дайте цель, сэр! Но... Ох, այստեղ ուրեմն գնում ենք մեր նավով, այստեղ զող է, չէ, բայց նայեք, կոնրը շորերն էլ ասիրում։ Այս շորը, բայց Rogue-ի մեջ կա, դե չէ։ Давай на всех паруса! Ակվիլան էլ պիտի ասեմ, որ արագ նավ է։ Դե, եթե դուք Assassin's Creed 4 Black Flag խաղացած լինեիք, ուրեմն կիմանայիք, որ Հալկայի չապ առակ նավ չկա երևի որ նավ եսի բայց վրիգատա է, նիտ վրիգատ, բրիգել է իշկան գտեմ ավելի առակ է Հայդիտիկ Հետո պրիվեցտու է? Նավ տեսեք, տնենք կին է պատիլներ երևի պուշկի Դա, ստայիտ նա յակրի Ну, возьми кичи вам до тем. Эйсун навна, иди айти. Похоже, корабль покинут. Чёрч всегда был скользким мерзавцем. Брат по курсу! Они удирают! За ними! Все паруса! Поднимайте! Блин! Մենք հակնենք ես պատին Դե է, գնաց ինք ապ Հաստայան է չում ասկան ինչ ինք անելու բայց անվենք բայց ուս ենց Ինչ խառը տեղեր են այստեղ Շատ խառը տեղեր են այս Ոյի տեղերը Ող չէ Հակն Հետքեցինք այդ Ող սենց կնանք ես աղանքով մտնենք ես ամեր Միայդ ելքը շուխտան են վերցրել, քանի որ շուխտանները ուջ ուրեն և ես սենց տեղերում վսալով գնան բայց չգիտեն, որ Ակվիլան իշկաները մեծը մեծ լինի ինք էլի կհասնիք ես, արա Մայքն Ավես, երկու իրեկատ պուշկա, ունենք չեմ ջոգում Ой, я сейчас не знаю, что это.
попытки у нас не будет. Он идет между скал. Наш аквило слишком велик, чтобы пройти там. Надо идти в обход. А в шухтаном отдал. Он же уйдет. Факара, я синчу на нам сранг. Другого выбора нет. Нас разобьет. Жили бабы камнели. Հանկարծ մտա դիտի փակվարը շատ վիճաբուրական բար է կամ քու է ինչ-որ մի փակը նշանակում է 4 դեպի ռուսերեն որ ասում են 4 բաժնի այ դի կարող է տան Այ Ай, Assassin's Creed игроки. Спаун, джерам. Нет, мне нужен его корабль. Груз должен уцелеть. Блин. 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 Я только сидим корабль. Мне помни об истинной цели. Блин. Это было послушать меня! Все? Он почти удрал! Паруса! Парень! Да. Обычный ядрик. Амбальный. Амбальный ядрик. По сигналу! Рейш по всем начинам. Нахожу и положу паруса. Все наши корабли. Ջոնը լավ է, բանը լավն է, բայց կարապն է։ Բայց դեմ վերնել ինձ ուրնախ չի գիտեք։ Գտարս կբարդասու։ Ինչ արես պետին։ Что ты делаешь? Кладу этому конец. Сцепить корабли! Вперед! Подтягивай! К оружию! К оружию! Только на этом! Прикрыть нас с квартердека! Корма, бежи крепче! На носу тяни! Если хейта не убан, он ори, ереви, верчина, обачай рамку. Нужно попасть в трюм. Что за безумие задумал отец? Сабаган. Thank you.
нормальную серию убийства нужно же. Алло, или как бы ты спаунинг. Да, у меня. Куда же Чёрч подевал груз? Бахейтен ура. А да, хейтен андера. Чёрчи хета, ирэви. Кине пацельнер уже кэцик, вор эт парусный рэкцэцин. Умно! По крайней мере, мисс, даю тебе должное. А, хейтен эстэх кфртум, а? Мэтнэнк дэнанкин часу, мисс час. Уф. Эс Чёрча бан чэр? Хейтени, ингэрэ чэр? Хватит! Все мы здесь не без причины. Думаю, у всех они свои. Где украденный тобой груз? Иди к черту. Лав. Мы амель тахин ту хопи. Мишкали не вор. Эрет кан хопец. Я спрашиваю, куда ты дел груз? Он на том острове. Ждет отправки. Но у тебя нет права. Он не твой. Нет, не мой. Этот груз предназначен людям, которые думают не только о себе. Которые сражаются за то, чтобы избавить мир от вашей тирании. Не те ли это люди, что стреляют из британских мушкетов? А раны перевязывают британской корпией. Хорошо устроились. Мы работаем. Они пожинают плоды. Ты выкручиваешься, чтобы оправдаться. Словно это они воры, а ты невинный агнец. Смотря как на это смотреть. Нельзя прожить жизнь праведно и честно, не навредив никому. Думаешь, у короны нет принципов? Ее тоже предают. Уж тебе-то грех не знать. Ты решил бороться с тамплиерами, которые мнят себя справедливыми. Вспомни об этом, когда будешь кричать, что действуешь ради общего блага. Твои враги не согласятся с этим. И не без причины. Ази Бенджамин Чёрча, бац, хейтени командыш чёр. Слава твои искренние, но это не делает их правдой. Ты молодец. Для нас обоих его смерть благо. Идем. Я ведь нужен тебе, чтобы забрать с острова груз. Горки и ток. Да, мы на рачеран кишат. Еркарч тревец, карлия. Арли, мы арачадран кількат, арли, ничего воч, ничего воч. О, мас иннерофта авартетинг, а? Лав, има кетеснэнг, инчэнг анэллу, има. Я воссоединился с отцом. Вот только не знаю, к худу это или к добру. У нас общие цели. Во всяком случае, пока речь о независимости. Но он продолжает защищать Чарльза Ли. Человека, который убил мою мать и сжег мою деревню. Хотя... Он говорит мудро о Вашингтоне и его людях. Я много слышу о свободе и равенстве. Но видно, чтобы преуспеть, нужно быть белым. А как же такие, как я? Или Сари? Где наше место в этом новом мире? Итальянцев. Или мой отец прав? Мне столько нужно понять, но времени на это так мало.
возвращением. И как тебе Мартиника? Ахиллес, я должен извиниться. Я наговорил тебе много лишнего. Ты был резок, Коннор, но отчасти прав. Я подвел орден, позволил тамплиерам взять власть. Но теперь их хватка ослабла, и я верю, что есть шанс на перемирие. Представь, чего можно добиться, если мы объединимся. Ты передумал? Что же произошло? Ты встретил своего отца? Я не говорю, что доверяю ему. Но глупо не воспользоваться такой возможностью. Кейтон выслушает тебя, но поймет ли? И даже если да, согласится ли? Даже он должен понять, что вместе мы можем больше, чем по одному. Значит, ты едешь искать его? Да. Я еду в Нью-Йорк. Посмотрим, что выйдет. Канал Нью-Йорка. Да, в Нью-Йорк канал, каменная мюссерия и... Тесненьк. Да, сирили бары камнеш. Чем уронок божен, что агрвели маликин, айса райскана. Лайк дрек, тесек принцев армянянеш, тестюм дзез.